Чужак? Здесь? О, новенький. Твоя доблесть несравненна. Ты воистину достойный претендент. Тогда пропусти меня к настоятелям. Нет, равновесие нарушено. И служитель огня пробудился. Теперь ты должен продемонстрировать Белиару, что ты изобретателен и ловок. Принеси мне огненное сердце служителя. Еще одно испытание? Что это за безумие? Без благословения Белиара ты не сможешь победить служителя огня. Докажи, что ты достойный поборник тьмы, и достань огненное сердце. Скажи мне, какую истину изрек первый последователь Белиара, когда обрел просвещение? Откуда я могу это знать? Ты уже обрел просвещение. Просто ты еще сам не сознаешь этого. Ну ладно, мы все умрем? Нет! Может быть, смерть несет избавление? Нет! Хватит уже тратить мое время. Проведи меня к настоятелям! Нет! Предупреждаю тебя, я начинаю терять терпение! Сначала испытание. Слышь ты, монах, я тебя сейчас так отделаю. Пустые угрозы. Чужак? Здесь?
чужак здесь? Я бы хотел купить... Я вообще-то не собирался ничего продавать, но почему бы и нет? Я предупреждал тебя! Защищайся! Скажи мне, сын мой, справедливо ли ты сейчас поступил? Нет никакой справедливости, есть только сила. Да, это и были слова первого последователя. Теперь Белиар просветил и тебя. Ты прошел испытание. Просто отведи меня к настоятелям. Они уже ожидают тебя в святилище, в самом большом здании в нашем монастыре. Добро пожаловать, сын мой. Мы уже давно ждали тебя. А почему вы не пропустили меня к себе сразу? Истина может быть открыта лишь тем, кому это предначертано. Я считаю, что в твоем случае это так. Но что думает мой брат Галамот? Считает ли и он тебя достойным? Это мне все равно. Я просто хочу узнать у вас о пути в древний храм. Только избранные могут войти в храм. Я даю тебе на это свое благословение. А мой брат Галамот ничего не желает добавить. Он был недостоин, но что печалиться об этом? Он все равно умрет. Умирать пока не входит в мои планы. Большое спасибо. Послушай совета, сын мой. Сбросься со скалы. Это облегчит твою боль. Лучше будет, если ты скажешь мне, как войти в храм. А ты нетерпелив, как я погляжу, да? Перед тем, как я открою тебе тайну храма, я хочу знать, для чего ты ищешь его. Я хочу не дать паладинам добраться до священной наковальни, что хранится в храме. Почему? Эти скоты убили моих друзей и близких. Сейчас ты говоришь правду, но твои мотивы неверны. Неверны? Да, неверны. Ступай в храм. Он поможет тебе окрепнуть твоим жалким умишкам. Ну так скажи, наконец, как пройти в этот храм? Ворота храма находятся глубоко в джунглях, раскинувшихся за нашим монастырем. Однажды королевская семья Сетарифа прошла этим путем, чтобы отдать дань богине. Богине? Ты разве не жрец Иноса? Это не важно. Все в мире служит воле богини, сын мой. Ты сам увидишь. Ладно, как скажешь. Как мне найти дорогу до храма? Я покажу тебе, и ты увидишь все своим внутренним зрением. Ты готов? Готов с рождения! Да будет так. Путь тебе открыт. Да поможет тебе богиня. Еще раз для общего образования. Когда-то давно у богини было две ветви последователей. Аннабели и Анназири. Они служили богине сообща, пока однажды их видения будущего не разошлись. Культ распался, и прислужницы богини начали войну.
беги, госпожа! Мы их задержим! Селена сбежала, но она была единственной на Зире, кто смог уйти той ночью. Но знай, Анбаэли тоже понесли тяжелые потери. Что? Путешественник? Здесь? Ты ведь не собираешься входить в черные ущелья, правда? Почему бы мне туда не войти? Черные ущелья давно слывут опасным местом, а уж сейчас... Огненные ящеры не слишком опасны, но... Что «но»? Когда я был там в последний раз, сама земля начала трястись и рассыпаться. Я глазом моргнуть не успел, как оказался в кольце каменных чудовищ. Едва ноги унес, но в спешке забыл про сверток. Сверток? Какой еще сверток? С семенами овощей. Если найдешь его, можешь оставить себе. Но семена очень важны для Джабу из джунглей. Джабу? Он отшельник. Живет в джунглях. Если дикие звери тебя не смущают, то ты его легко отыщешь. Он должен быть где-то в районе поляны, что находится в северной части джунглей. Хорошо, я постараюсь не пропустить этот твой сверток. Ты его найдешь, если на развилке повернешь налево и будешь держаться этого направления. Зачем человеку было селиться в джунглях? Он числился нашим братом, но решил, что монастырь — слишком шумное и беспокойное место. Этот монастырь — беспокойное место? Ну, Джабу любит мир и тишину больше прочих. Что ты там говорил про диких зверей? Обычные твари. Огненные ящеры, дикие падальщики, когтихваты и комары. Много комаров. А, и еще, кажется, я видел однажды издали мрака зверя. Зачем отшельнику Джаба семена овощей в джунглях? Как-то раз падальщики добрались до его грядок и сожрали все овощи. Он придумал, как удержать живность подальше от растений. Но этого мало. Надо еще посадить семена. Придумал, да? И как же? Он мне не говорил.
Эй, что случилось? Чудовище! Чудовище!